Наш земляк стал победителем российской недели искусств, которая прошла в Москве. Работы владимирского скульптора Ильи Шанина заняли первые места в международном конкурсе. Скульптура «Королевский гольф» признана лучшей в номинации «Символический жанр», а работа «Ночной улов» первенствовала в номинации «Анималистическая скульптура». Российская неделя искусств задумана для того, чтобы стимулировать и поддерживать творческие таланты со всей России. Во Владимире началась социальная кампания ГИБДД «Пристегнись». Ее символом стала матрешка, пристегнутая ремнями безопасности. В рамках акции желающим покажут тренажер, имитирующий реальное столкновение на дороге на минимальной скорости. Цель – объяснить водителям, что даже в такой ситуации пристегиваться в машине необходимо для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. Каждый из 83 субъектов Российской Федерации по итогам кампании создаст уникальную двухметровую матрешку, дизайн которой будет отображать тему безопасности дорожного движения и особенности региона. Все эти матрешки потом отправятся в Москву на финальную арт-выставку компании. Дети помогают детям. Владимир присоединился к всероссийскому благотворительному марафону «Пасхальная радость». В его рамках воспитанники Ильяховского детского дома помогают собрать деньги на лечение Саши Ярасова. У 5-летнего мальчика редкое генетическое заболевание. На оплату операции в Германии требуется почти 300 тысяч рублей. Юные воспитанники Ильяховского детского дома сейчас расписывают и украшают бисером деревянные пасхальные яйца. Лучшие работы будут проданы горожанам. Благотворительные пожертвования перечислят на лечение Саши Ярасова.